В дома Змеиногорска стали подавать тепло. Накануне там начала работать новая модульная котельная. На нее переключают самый большой микрорайон города. Ранее он отапливался котельной номер 4, где недавно произошел порыв теплосетей. Пока проблемными остаются дома на улицах Крупская и Волкова. В подвалах этих зданий неправильно проложили разводку теплосетей. Для быстрого устранения проблемы, сообщают в Змеиногорском вестнике, на помощь сварщикам города прибыли несколько бригад из других населенных пунктов края. Параллельно сварщики будут ремонтировать котельную номер 3. Всего на эти нужды из краевого бюджета выделили более 200 миллионов рублей. Это треть всех средств, которые затратили в этом году на модернизацию объектов теплоснабжения региона.